Сегодня мы наблюдаем за интересным насекомым, интересным паразитом, паразитоидом, точнее говоря, который забрался здесь вот в такую небольшую полость и сидит внутри. Это наездник семейства Птеромолида Лариофагус. Почему он находится в такой полости? Потому что это хлебная сухая корка. Сухарик такой. И сухарики здесь с разными отверстиями. Часто их протачивают прежде всего хлебные точильщики. Стригобиум паницеум, лазиодерма серикорна. И вот здесь такая образовалась полость от точильщиков. А наездник птеромолит забрался в нее, во-первых, как в укрытие. А во-вторых, потому что он ищет своего хозяина. Медленно ходит по хлебной корке, по сухарику поэтому. Ищет своего хозяина с тем, чтобы напасть и отложить яйца. Самка должна на личинку своего хозяина. Потому что такой уж паразитический образ жизни ведет этот наездник птеромолит. И время от времени он погружается с тем, чтобы прощупать антеннами содержимое субстрата. А в субстрате находятся различные личинки различного возраста. Но нужно выбрать правильную личинку, чтобы она была не маленькая, чтобы она была как раз правильно выросшая. Хватило, чтобы пищи для развития личинки наездника. И поэтому наездник внимательно обходит весь сухарик, все свои владения. И в том месте, в котором он обнаружит такие внутри, в колыбельке, в капсуле, в такую личинку жука-анабиида, он остановится и начнет заражать активно, просверливая субстрат. Вот он снова сейчас шел-шел и зашел в такую небольшую полость и обследует ее. Антеннами постукивает, вибрацию воспринимает, запах и анализирует, нет ли здесь какого-то насекомого другого, нет ли его хозяина. Если его нет, он снова вылезает и снова будет обследовать соседние места. Вот видим, что-то ему не нравится. Тем не менее, все равно он проникает в маленькие укромные места, потому что точильщики тоже достаточно хорошо прячутся, углубляются внутрь хлебной корки, внутрь субстрата пищевого, который обычно хлебобулочные изделия, сухари, крупа. И вот их-то и ищет вот этот наездник птеромолит. Всего лишь 1 мм, 1,5 мм размером, со сложенными крылышками, прекрасно летает, но сейчас прохладненько, он не перелетает, а полностью занят своим обязательным делом. Обследовать субстрат усиками вот, вверху впереди на предмет поиска своего хозяина. По мере возможности будем наблюдать. Если окажется личинка где-то рядышком, и нам удастся зафиксировать момент сверления субстрата и цикладом самки, то покажем вам в отдельных специальных видео. Пока что самка активно двигается, ищет и обследует субстрат для заражения. Для нахождения сначала, конечно же, личинки, а потом ее заражения. Личинка, как я уже сказал, находится в специальной всегда капсуле у точильщиков, которая образуется из огрызочков субстрата внутри такой колыбельки, как в киндер-сюрпризе, и находится личинка жука. Вот ее-то как раз эту колыбельку ищет наездник птеромолит. Так что пожелаем его успешной охоты. Благодарим за его интересное поиски такие, вот видите, он что-то почувствовал, постукивает усиками внимательно в поиске хозяина. А мы ему предоставим возможность понаблюдать за вашими запасами. Возможно, в ваших запасах тоже есть не только сами точильщики, лазиодерма серикорна, стригобиум паницеум по латыни, но, возможно, есть и вот такие интересные наездники, которых вы просто не замечали. Думали они, что случайно туда залетели с ветром с улицы. Они вполне могут залететь на вашу кухню или ваш амбар, ваш дом и даже с улицы и прижиться. И будут там жить
поживать, добра наживать, немножко уменьшая численность паразитов. Паразитов для человека, а именно точильщиков. А эти паразиты будут выполнять свою биологическую регуляцию численности вредителя запасов. Так что поблагодарим их на этом. И до следующих видео, потому что наездник убежал на обратную сторону корки. И наше видео будем заканчивать. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.